Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Крош Хороший. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу про нового персонажа, мы узнаем его историю и многое другое. Подпишись, нажми колокольчик, поставь лайк, а мы погнали! Гусени – это новый смешарик, который появится в новых сериях на Кинопоиске. Напиши в комментариях, смотрел ли ты хоть одну серию из нового сезона. Он представляет из себя гуся в виде шарообразной формы. На нем надеты шорты в цветочек. И у него присутствует хохолок. Также у гусения есть зубы, хотя у других смешариков птиц, такие как Совунья, Карыч и Пин, их не наблюдается. Теперь перейдем к самой истории. Гусений был запланирован к выходу еще в 2002 году. Он увлекался лыжами и дружил с Каркарычем. Но его не добавили в сериал, так как у него была длинная шея, что не подчеркивает внешний вид обычного смешарика. Кстати, раньше Гусений относился к сластенам. Сластеные – это такие ранние концепты смешариков. Например, вот это концепт Лосяша, а вот это Нюши и другие. Прошло ровно 19 лет. Как Гусений появляется в одной из серий нового сезона под названием «Гусений». Сюжетная линия этого смешарика значительно поменялась. Теперь это пришелец из космоса, которого отправили в Ромашковую долину узнать, как быть счастливым. Интересно то, что все смешарики знают про Гусения. Они вспоминают смешные истории из жизни с ним. Но Крош не знает о новом герое, потому что тот стер ему память, как оказалось, по протоколу космических исследований. Сколько всего интересного и непонятного скрывают от нас смешарики. И все это нам предстоит с вами узнать. Поставь лайк, если видео тебе понравилось, напиши комментарий, нажми колокольчик, чтобы не пропускать все самое вкусненькое. Ну и всем пока-пока, встретимся совсем скоро.